Только качество и скорость. Новейшую в Молдове линию по сортировке и упаковке черешни запустили в городе Буковец Страшенского района 2 июля. Линия автоматически отбирает ягоды по трем критериям – размер, цвет и калибр, а также распознает ягоды с внутренними дефектами. Производственная цепочка включает гидрокулер для охлаждения собранной черешни. На последнем этапе все же нужен ручной труд. Здесь уже люди раскладывают ягоды в коробки и ящики, что не мешает черешне быстро попасть на стол ее любителям из разных уголков мира. Инвестиции в новейшую линию составили более 1 миллиона долларов. 55 тысяч предоставило агентство США по международному развитию в рамках проекта «Конкурентоспособность и устойчивость сельского хозяйства». Остальную сумму внесли трое предпринимателей. Один из основателей компании, которая занимается экспортом фруктов, Михай Келиану, пояснил, чем эта линия отличается от других. Скорее всего, из-за климатических условий нынешнего года без этой линии было бы невозможно сортировать ягоды, потому что из-за сильных дождей в середине сезона созревания и очень высоких температур у нас были партии, в которых 50-60% ягод были повреждены. Сортировать вручную большое количество фруктов практически невозможно. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля пояснил, что эта линия будет полезна не только трем фермерам, которые объединили усилия и закупили ее, а гораздо большему числу предпринимателей. От этой линии получат пользу еще 10 фермеров из этого региона. Я думаю, эта цифра будет продолжать расти, если учесть качество продукции, которое мы получаем после того, как ягоды проходят через эту линию. В 2023 году экспорт черешни составил 16 тысяч тонн на сумму более 22 миллионов долларов, что позволило Молдове войти в десятку ведущих стран-экспортеров этой ягоды на мировом рынке. В этом году, в период с мая по июнь, экспорт достиг 12 300 тонн черешни, из которых 1700 тонн отправились на рынки ЕС. Экспортный сезон для молдавской черешни завершится в середине июля.